А кто источник зла в этом мире с точки зрения иудаизма? Мы понимаем, что зло в этом мире – это неотъемлемая часть добра. Силами зла и силами добра управляет Деница, князь мира сего. Тот, кто ответственен за исполнение замысла и исправную работу ловушек. Но мы так, помогаем по мере сил. В иудаизме сатана – это и есть Бог. Зло – это наша свобода воли. Свободу выбора пока не отменили. Источник зла – это Бог, не сатана. В иудаизме сатана – это и есть Бог. А предлагаю я, возможно, самое интересное в мире занятие – участие в управлении ловушкой добра и зла. Самая главная и мощная ловушка. Несущий свет соорудил ее первой. То есть это не Аймант, плохой бог или хороший бог. А мы понимаем, что все, что происходит в нашем мире, все есть абсолютное добро. То, что сейчас происходит на Украине, называется время платить по счетам. И все на этой доске. Страшно. Война – нормальное состояние мира. Привыкнешь. Все, что происходит в нашем мире, все есть абсолютное добро. Украинцы убивают евреев уже 400 лет. С тех пор, как в Камельниках в 1648 году была уничтожена треть европейских евреев. Все есть абсолютное добро. И они проделали огромную работу, убивая евреев. На самом деле, во время Второй мировой войны они были более жестокими, чем нацисты. Итак, что мы собираемся сделать сейчас, так это уничтожить их. Будет борьба за мир. Но такая, что камня на камне не останется. Все, что происходит в нашем мире, все есть абсолютное добро. Гремят барабаны войны, визжат революции, и все на этой доске. Управляет игрой незримый дирижер. В иудаизме сатана – это и есть Бог.